Всем привет! Сегодня хочу сделать видеообзор. Купила себе кружку сито для просеивания муки. Очень удобно в использовании, так как, к примеру, если вы много нужно, ну, к примеру, пирожки, там побольше муки, да, нужно. А если, к примеру, вы делаете бисквит или блинчики, и вот просеять буквально там стакан-два муки и распылять вот в большую миску, как я это делала, сито, то есть когда много муки не надо, не очень удобно. А здесь вы сыпете, ну, эта кружка, она идет где-то на, ну, здесь где-то как, наверное, больше, чем пол-литровая банка. Вот, да, она и шире, ну, вот, где-то, наверное, грамм 700, я так думаю, как-то убрала, выкинула уже наклеечку, которая была, я не посмотрела объем, но объемом разные чашки. В том же магазине продавалась чашка поменьше, буквально там на стакан, то есть выбрать можно любую чашку. Ну, я выбрала такую вот, чтобы можно было муки туда достаточно насыпать, то есть как больше, так и меньше количество. Ну и как она работает, вот на ручке есть вот такая вот, видно, вот так вот, когда делаем, здесь вот крутятся такие вот лопасти по ситечку, как с этой стороны, так и внутри, вот возле другого сита. И получается такое вот просеивание. Очень удобно, не надо вот сеять по всему столу. Вот, насыпаю муку, я покажу сейчас, как это работает. Ну, насыпаем любое нужное, необходимое там количество, вот насыпали. И начинаем вот просеивать. Вот так вот видим, сыпется мука. И вот покажу вот отсюда, чтобы видно было. Вот лопасти двигают муку. И вот идет просеивание. Вот. В принципе, очень быстро. Немножко себе подтрусили сюда, чтобы с боков, с самых краешков вот мука на серединочку. Вот таким вот образом. Просеяли, удобно, не надо вот много места, как я уже говорила, мне очень понравилась эта такая кружка или чашка, не знаю, как правильно называть, как-то название такого не было на ней написано, вот, ну, очень удобно, вот. Если кто-то не знал, надеюсь, мое видео стало полезным для вас, будете знать, что вот есть такая очень удобная, считаю, полезная штука для кухни. Вот, тем, кто любит выпекать что-нибудь. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой видеоканал. Пока-пока.